раннего утра на улицу Флотскую в Куйбышевском районе Самары вышли асфальтоукладчики. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» здесь идет ремонт, которого местные жители давно ждали. За процессом обновления дорожного объекта следят не только специалисты, но и общественники. Дорога была очень разбита, а сейчас сделали и дорогу, и тротуар около 17-го дома. Это здорово. Дорога, по которой ездят жители моего района. Здесь очень много домов, рядом находится ЖЭО. Вот клуб «Олимпик». Здесь занимаются детки, которых привозят родители и тренера. Я считаю, что это очень нужно. Немаловажно и то, что дорога ведет к ранее преобразившемуся общественному пространству. Асфальтобетонное покрытие подрядчик укладывает от дома номер 8 до дома номер 17 в районе сквера Речников, обновленного в 2020 году по нацпроекту «Жилье и городская среда». За проект благоустройства проголосовали тогда более 9 тысяч горожан. Теперь добраться до сквера можно быстро и комфортно. Всего порядка 2100 квадратных метров проезжей части улицы Флотской на глазах местных жителей обретают новый облик. До начала укладки асфальтобетона специалисты усилили основание проезжей части, очистили его от пыли и грязи и выполнили разлив битумного вяжущего. Ранее были проделаны такие работы, как фрезерование асфальтобетонного покрытия, в ходе которого было установлено, что не на всех участках данной дороги имеется твердое покрытие, после чего подрядная организация выполнила усиление основания и уже непосредственно сейчас при готовом основании начинает укладку асфальтобетонных смесей. Также предусмотрели замену 7 люков смотровых колодцев на антивандальные и антишумные. Справиться с устройством нового покрытия проезжей части по улице Флотской подрядчик планирует за один день. Всего в Самарской области по дорожному нацпроекту, который поддержал глава региона Дмитрий Азаров, в 2023 году предусмотрены различные виды работ на 85 объектах протяженностью более 233 километров. В том числе в областном центре обновят 42 участка дорог местного значения протяженностью более 42 километров. Отметим, что стратегия лидерства Самарской области разработана по инициативе губернатора, реализуется при активной поддержке жителей. Ольга Павлова, Светлана Тимофеева, Константин Головин. События.